Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Архангел Михаил Педро Гарсия де Пинабаре. Около 1470 года. Дерево темпера золота. 184 на 144. Педро Гарсия де Пинабаре, испанский художник, принимавший активное участие в оформлении ряда церквей Арагоны и Каталонии. Впервые его имя упоминается в 1445 году в Сарагосе, где, по всей видимости, в течение 1445-1447 годов он был учеником художника Гранено Бласка. В дальнейшем мастер работал самостоятельно. В 1470-е Пинабаре занимался росписью алтаря в монастыре доминиканцев в городке Лерида. Вероятно, эта картина является его частью. На ней изображен архангел Михаил. Известно, что в апокрифической традиции он играл главную роль в битве добра и зла. А несколько позднее ему стали приписывать не только победу над сатаной, но и роль вершителя судеб на страшном суде. Именно этот собирательный образ воина и судьи и воплотил художник. Крылатый архангел облачен в рыцарские доспехи. В правой руке у него копье, нацеленное на поверженного дьявола, лежащего под ногами. В левой руке Михаил держит весы. На одной чаше душа праведника, ее поддерживает архангел. На другой душа грешника. За эту чашу весов ухватился сатана и тянет ее вниз. Ну вот такое описание к работе. Архангел Михаил Педро Гарсия де Пинабаре, около 1470 года, дерево темпера позолота, я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.